4 ноября 2021 года около 17 часов 40 минут на 362 -м километре на дороге М9 Балтия Москва, Волоколамская граница с Латвийской Республикой, 57-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21053, при выполнении маневра поворот налево не уступил дорогу автомобилю Рено, движущегося в встречном направлении и имеющему преимущество в движении прямо, и допустил столкновение с автомобилем Рено под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21053 погиб на месте ДТП. 59-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21053 с травмами доставлен в медицинское учреждение. 8 ноября 2021 года около 7 часов 38 минут в районе дома 10 по улице Ленина, поселка Сележарова Тверской области, 64-летний водитель, управляя транспортным средством Volkswagen Touareg, совершил наезд на 14-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. После чего 64-летний водитель о ДТП в экстренной службе не сообщил и покинул место ДТП. В результате ДТП 14-летний пешеход самостоятельно обратился в медицинское учреждение. 4 ноября 2021 года около 9 часов 20 минут в районе дома 46 по проспекту Николая Короткова города Твери 18-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, на регулируемом перекрестке при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Лада Гранта под управлением 23-летнего водителя, движущемуся во встречном направлении прямо. После столкновения автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на препятствие. В результате ДТП 23-летний водитель и 40-летний пассажир автомобиля Volkswagen Polo с травмами доставлены в медицинское учреждение.